Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы запечем карпа. Вот такой у меня экземпляр. Противень у меня смазан маслом. Я уже помыла, выпотрошила все. Ну, самым простым способом. Это что значит? Солим мы со всех сторон. Ну, побольше получается вовнутрь. Перчим. И вовнутрь тоже перчиком. И сейчас мы вовнутрь еще положим зелень. Зелень — это кориандр. Так, укладываем на наш листик. И смажем еще майонезом. И ставим в духовку, нагретую до 200 градусов на 30, может, на 25 минут. Посмотрим, как будет она запекаться. И вот такая красота у нас получилась. Очень ароматная рыбка. Украшаем ее помидорчиком, петрушкой. Приятного аппетита и удачи вам!